Эола. Подходите, смотрите! Прибыл новый товар! Клинки острые и крепкие! Вам очень повезло. Мне... Ошибаешься. Наверное, имеешь в виду свой сад. Вы сделали правильный выбор. Ты просто завидуешь. Доспехи прекрасно исполнены и абсолютно надежны. Конечно же, только у Проксимуса. Мое имя – знак качества. Done.
Да. Вы сделали правильно. Вы сделали правильно.
благородное оружие! От меча до топора у меня только самое лучшее оружие! Добрые люди! Лучший товар в Надарете и окрестностях! Доспехи от Проксимуса! Платы или прочная кожа! Все высшего качества! Я отвечаю за это своим именем! Проксимус! Я что, виноват, что у тебя такое неподходящее для торговца имя? Оружейник Бакул! Сейчас твои доспехи зазвучат, договоришься? Если чего-то надо... Что я могу для тебя сделать? Конечно. Ну что, есть еще что обсудить? Да. What? Что?
там? Не интересуешься, доспех? На помощь! На помощь! Мертвяки! Ужас! Они в деревне! Помогите! Я не знаю. Вообще-то я просто шел по своим делам, как обычно, и вдруг из земли поднимается оно! Такое нечто! Камень, скала, не знаю. И тут из-под земли начали вылезать эти ожившие скелеты. Тут я дал дёру. Вы похожи на человека, который с подобной нечистью умеет обращаться. Помогите нам! Деревня в опасности! Успокоиться? Это вы сказанули. Я жить хочу. Надо поскорее бежать отсюда. Пожалуйста, помогите людям в деревне. Я позову стражников. Да прибудут с вами 12.
Вон там, между домами скелеты. Гроша! В атаку! Да. В атаку! Это что за странный камень? Во имя чести!
что? Благодарю. Еще бы чуть-чуть, и то, что вы справились с этими таинственными событиями, позволило предотвратить худшее. Как бы то ни было, я рад, что эти чудовища изгнаны из нашего мира. Только богам известно, этот предмет просто поднялся из земли, а вместе с ним все мертвяки. К счастью, люди успели запереться в домах. Я давно уже с подозрением отношусь к Брукбороду и его научным изысканиям. Только его безбожные эксперименты могли привести к подобному кошмару. Как бы то ни было, настало время поговорить с этим магом. И если мои подозрения окажутся верны, раз и навсегда положить конец его злодеяниям. Его пренебрежение божественным порядком надо остановить. Да защитит нас Борон, если вы не правы. У меня такое чувство, что ничего еще не кончилось. Этот колдун более чем упрям. Он думает только о своих целях. Сделайте это, а я вернусь в тишину моего храма, чтобы молиться о душах умерших и наполнить оскверненную землю благодатью Борона. Да пребудет с вами Борон!
Ай! Арматрус! Решили навестить учителя. Чем я могу помочь? Вы пришли, чтобы спросить у меня совета. Вы пришли, чтобы спросить у меня совета. Чудно. Ну и как поживает наш суеверный народец? Успокоился немного? Каменное создание? Это было бы очень странно. Нет, нет. Это принципиально невозможно. Хотя... Ну, есть один вариант. Очень маловероятный, но не невозможный. Может быть... Простите, я на минутку отойду. А вот и я. К сожалению, мои опасения подтвердились. Речь идет о разрыве в сфере. События в деревне — его прямое следствие. Я локализую разрыв и закрою его соответствующим заклятием. А вы в это время проследите при помощи артефакта за освободившейся энергией и ликвидируете последствия ее проникновения в наш мир. Прекрасно. Возьмите артефакт и следуйте по следам энергии сфер. Изгоните всю нежить и разрушьте эти таинственные монолиты. Затем возвращайтесь ко мне. И еще. Постарайтесь сделать все это тихо. Мою окончательно загубленную репутацию это, конечно, не спасет, но новых волнений удастся избежать. Thank you.
Да? Арматрутс. Входите. О, это же ты! Я могу? Жаль. Ну ладно. Земли выползет. Мы отправим их туда, откуда они появились. Имя Ангроша! Thank you.
вперед! Да?
атаку! Ха!
Понял? Саньяса!
Да. Во имя чести! Да! Кажется, мы разрушили последний монолит. Бегу!
Я знаю, вы мне не поверите. Мне удалось найти и закрыть разрыв. Я не могу передать, как я рад, что последствия моего неудачного эксперимента благодаря вам исправлены. Возьмите эти сапоги в качестве награды. Кто это? Магистр! Я не смогла остановить его. Он очень рвался поговорить с вами. И что же привело жреца Борона в мое скромное обиталище? Как будто вы сами не знаете, Брук-Барот. Вы будоражите народ, подвергаете опасности всю округу и используете методы, которые противны Борону. Как бы то ни было, я всегда проводил свои научные исследования в согласии с духом Хисинды. Знаете, досточтимый, среди 12 тоже были противоречия. Не согласен с вами, магистр. Разве не велит Хисинда воздерживаться от использования опасного знания? А как вы смотрите на последствия своих действий? Вы вообще о них думаете когда-нибудь? Ну да, вы не совсем не правы. Я слишком рано начал подозревать магистра. Но пусть Борон будет мне судьей. Я просто не хочу, чтобы продолжались безответственные магические эксперименты. Нет необходимости требовать от меня этого. Книга, которую я использовал как основу своей работы во время первого происшествия сферы огня, утратилась. Можете праздновать победу. А теперь покиньте меня, пожалуйста. Возможно, такова воля богов, магистр. Я даже не хочу спрашивать, откуда у вас взялась эта книга. Ладно, я не хочу дальше спорить по этому поводу, но повторю просьбу. Пожалуйста, будьте осмотрительнее. Да, я буду осторожнее. Но я должен понять, в чем дело с этими монолитами. Что-то хотело пробиться в третью сферу с другой стороны. И без моего участия. Я еще раз проверю расположение звезд. До скорого, досточтимый. Решили, вы пришли, чтобы спросить у меня совет. Да?